Всем здорово, ребят. Ну что, решил я сегодня дальше потрешивать, попрокачивать свой аккаунт. И в итоге забрал вот такие вот плюшки. Это не все плюшки. 1800 пальцы, скины, герои, как видите. В принципе, это все обошлось. Ну, если раньше это стоило там мега-мега вау, то сейчас все намного дешевле. Так, еще мы не все, кстати, забрали. Сейчас залетим сюда в аккумуляцию. Заберем вот такие вот плюшки. Камешки. Так, отлично. Теперь вроде как бы все. Поехали, пробежимся по акциям. И сегодня мы будем с вами делать найм. Так, давайте, у нас экстра есть два сундучка. 10 монеток. Так, 10 найма еще. Нифига себе. Еще две. 100 пыльцы. И еще лисицу словили. Это мы с вами получили плюхи. Вот такие вот с этих плюх. Это типа дополнительные плюхи, которые можно получить с Creation машины. Так, что у нас есть еще? Sucking Treasure. Давайте сейчас попробуем тут тоже что-то словить. Сундуки. Это наподобие была акция похожая. Магические. Еще такие. Ну вот, типа подводные сундуки. У нас три. А, подождите. А, это мы забрали уже. Тьфу ты. Можно было не выходить. Что-то я втыканул. Попробовать дальше поиграть, посмотреть. Там, по-моему, на парных попадается, на непарных. Так, отлично. Ну, рискнем. Была не была. Упс. Да, видите. На парных, получается, попадается. Непарные можно забирать. Ну, надо было забирать. Там 2000 было этих итемов. Агенты. Ну, это агенты мне нафиг не нужны. Обушка. 20 монеток. Так, это 1, 2, 3, 4, 5. 6, да? В принципе, 7 можно бить, думаю. О, можно забирать. Классные плюшки падают. Так, конец Treasure Mining. Мы ничего не тратили. Поехали в проспектор, посмотрим. Есть у нас пара попыток. Что нам тут упадет? Может, повезет. Плюс 5. Нормально. Так, один Ронин. Еще один Ронин. Так, отлично. Поехали дальше. Это понятно. Вишен мы можем пока не смотреть. Так, тут у нас две попытки. Еще здесь позабирали. Так, тут у нас есть тоже попыточки. Давайте сейчас так заберем и посмотрю, что у меня по монеткам. Ну, тоже неплохо. Такс. Дерево мы бегали, фортуна бегали. Поехали сюда. Что у нас по плюхам? 50 у нас монеток есть. Ну, попробуем сейчас хотя бы, чтобы добить эту часть. Для того, чтобы разбить последний, надо 11. То есть вот у нас один. И сейчас у нас золотое яйцо. То есть учитывайте этот момент. Надо 11. Вот так вот. 200 Рудольфа еще получили на халяву. Так, отлично. У нас сегодня есть найм вот такой вот. И я хотел позагорать. Как раз у нас 100. Ровно четенько. Поехали.
Меня интересует, мы когда-то с вами, я 600 чем-то там потратил был, интересует именно осколки Мисс Магии. У нас их 90. Посмотрим, сможем ли мы вытащить хоть немножко. Божество 50, Командорка 40, Лазуля, Обушка, Лаваника, Рамбард, Фобос. Ну, видите, падает довольно-таки неплохо. Командорка больше всего падает. Смотрите, что делается. Фрея 40, опять Командора. Рейка, Командора. Ладный, опять Командора. Да что такое? Ну вот, хоть Феникс и Божество еще Бард. Неплохо, Барда 60, считайте, Божества 100 собрали. Довольно-таки неплохо. Айс Леди, Обушка. Третий Лазуля, нифига себе. Три Феникса. 40 осколков. 90 Барда. Блин, ну если бы, знаете, такое было на немецком, вот как сейчас падает. Четвертый Феникс. Охренеть. Не, ну 4 Феникса за роллинг это жестко. И 80 осколков. 5, ребят. 5 Фениксов. Как вам такое? Целых 5 фенов. Офигеть. Так, Матрона 10. Ну хоть Матрону увидели. Хотя вот я считаю, что эти герои намного круче. 6. Офигеть. Нифига себе. О, Мисс Магия даже словили все-таки. Все-таки мы 10 осколков словили. Половину мы собрали уже. Барда я не знаю, наверное, тоже собрали. Напишите в комментариях, кто считал осколки на Барда. Словили или нет, я думаю, что уже словили. Лаваника 20. Мэтт 7. 8. Офигеть. 8. Фениксов, смотрите, Мэри падает. А реально вот здесь осколки падают офигенно просто. Вот что-что? 9? 10? Будет интересно. 10 фениксов за роллинг, это будет, конечно, жестко. Десять. Это трэш, конечно. Барда мы однозначно собрали. Обушка. Индерматрона начала падать. И Фрея в конце. 40 осколков. Не, ну что я могу сказать? Это реально жестко. Не знаю, надо было посмотреть, сколько у меня там было фениксов. Но в итоге у меня их стало дофигища. 10 фениксов. 10 фениксов за роллинг, это как-то жестковато, я вам скажу. Так, окей, поехали посмотрим, что у нас еще там по плюхам покопилось. Пооткрываем. Вот эту тему мы откроем. Так, давайте вот эту тему откроем. Сюда у нас камешки падают. Последние сумки. О, еще плюс 20, итого у нас 120. В принципе, неплохо. 120. Сейчас пойдем еще скины подкачаем. Так. Ну, вроде с таких плюх последних все. Мы достали, что нам надо было. Так, немножко этих подкачаем. Довольно-таки неплохо, я вам скажу. Божество у нас уже тоже на максималку ушло. И лис тоже на максималку. Итого у меня осталось все меньше и меньше героев с последних докачать до максимальных скиллов. Вот такие вот, смотрите, Берса собрали, Божество. Барда однозначно мы собрали тоже. И Феникса, думаю, мы там собрали 40. Ну, в общем, кто считал, напишите, сколько. Ну, Барда мы однозначно, думаю, собрали. Все, буду пробовать сейчас вытаскивать себе фанатика. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.